Зигмунд Фрейд, наиболее известный как основатель психоанализа, родился 6 мая 1856 года в моравском городе Фрайберге, ныне город на востоке Чехии, Пршибр. С самого детства учеба ему давалась легко. Он с отличием окончил гимназию, после поступил на медицинский факультет Венского университета и уже в 1881 году получил звание доктора медицины. Через 4 года Зигмунд получил звание приват-доцента, и ему была предоставлена стипендия для научной стажировки за границей. Именно это во многом и повлияло на его дальнейшее открытие. Фрейд начинал с того, что у него был бэкграунд, да, зоолога, и он начинал, собственно, с исследования половой системы речных угрей. И, в общем-то, это было его, ну, скажем так, первой научной, может быть, да, крупной работой. И он совершил там, конечно, прорыв. Нам Фрейд известен как невролог, то есть это тот, кто изучал афазии, это тот, кто изучал параличи, это тот, кто ввел, собственно, понятие детский церебральный паралич. Научную стажировку Зигмунд Фрейд проходил в Париже у врача-психиатра Жана Мартена Шарко в клинике Сальпетри. Именно в это время австрийский психолог пришел к мысли, что причиной психонервных заболеваний могут быть ненаблюдаемые динамические травмы психики. Но признание Зигмунд получил не сразу. Он ушел из академических кругов после того, как венское медицинское сообщество отвергло идеи, которые он привез из Парижа. В частности, о том, что тогда называлось истерией. Но несмотря на это, австрийский психолог продолжал публиковать влиятельные работы по неврологии. На самом деле, кроме того, что мы читали в соцсетях о Фрейде или то, что бытует в обыденном понимании, на самом деле это не все, сильно не все, что мы можем знать о Фрейде. Перед тем, как он открыл, скажем, да, изобрел психоанализ, он ездил, выиграл стажировку к Жану Мартену Шарко, это исследователь истерии. Несмотря на то, что теории Фрейда были чрезвычайно влиятельными, они подвергались значительной критике, как при его жизни, так и сейчас. Однако именно его идеи прочно вошли в нашу культуру, и такие термины, как оговорка по Фрейду, вытеснение и отрицание, регулярно появляются в повседневном языке. Основным для Зигмунда являлось представление о том, что поведением человека управляют психические и рациональные силы, а не законы развития общества, и что интеллект – это лишь аппарат для маскировки этих сил, но не средство отражение реальности. История с открытием психоанализа, который совершался на самом деле в таком, ну, можно сказать, лайв-режиме, да, таком онлайн-режиме, практически какое-то небольшое такое шоу, можно наблюдать в его работах. Самое важное, наверное, или, скажем так, самая любопытная, но и непростая его работа – это наброски, это та работа, в которой были, скажем так, зачатки его идей. И это была, конечно, такая вот прорывная штука, потому что тогда не было никаких психотерапий. И вот эта история, когда врач не просто применяет свои какие-то методы, например, там, препараты, ток, какие-то разные другие методы того времени, а это именно разговор. Разговор как интерес к субъективности того человека, который сидит напротив. Идеи Фрейда оказали такое сильное влияние на психологию, что из его работ возникла целая школа мысли. Он оказал длительное влияние как на изучение психологии, так и на практику психотерапии. Внешний психоанализ выглядит как разговор двух людей, где в основном говорит клиент, а специалист внимательно слушает. Основное правило для клиента звучит так. Говорите все, что приходит вам в голову, даже если это будет казаться вам неважным, лишним, неуместным или не имеющим отношения к делу. Если у вас возникают какие-то чувства, мешающие вам что-то озвучивать или поднимать какую-то тему, например, чувство стыда или чувство гнева. Важно начать говорить об этих чувствах. Проанализировав так называемые свободные ассоциации, аналитик делится с клиентом своей гипотезой в виде интерпретации, которая помогает выявить скрытые аспекты сказанного и показать внутренние взаимосвязи. Мы можем увидеть двух человек, которые сидят, ну, либо друг напротив друга, лицом к лицу, что называется, либо один из них, да, как в фильмах, например, сидит позади, да, и другой располагается там, лежа, да, на кушетке, это на диване или где-то еще, в общем. И они не встречаются взглядом таким образом. То есть есть, вот, например, как минимум два варианта. И это действительно единственное правило, которое действует в кабинете. Это говорить все, что приходит в голову. Многим самым важным вкладом Фрейда в область психологии стало развитие именно разговорной терапии как подхода к лечению проблем психического здоровья. Она является неотъемлемой частью работы, во время которой специалист помогает людям преодолеть стресс и поведенческие проблемы. Но стоит понимать, что психоанализ не работает одномоментно, требуется продолжительный временной отрезок. Человек постепенно и планомерно изучает себя, свой внутренний мир и, по сути, сам находит ответы. Дмитрий Ушанкин, Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.